Что ж, всем привет, с вами Дива, добро пожаловать на мой канал. Сейчас мы с вами посмотрим видосик от Юри The Professional, мороженое со вкусом конины. Конины. Правильно прочитала, и другие японские товары. Поехали смотреть. Здравствуйте, мои дорогие зрители, смотрите, как в Японии можно закапать себе глаза. Бим-бим, ты это видел? Зенки заливают. Мороженое со вкусом конины. Блин, мне кажется, такие вот штуки, которые, типа, оно же пока дотечет эта капелька, там же обычно по одной капле, ты состаришься уже, типа, а если оно дотечет слишком медленно, ты можешь моргнуть, и, типа, она капнет, и, как бы, ты моргнешь, когда она капает, и, типа, мимо, и ты зря все это время ждал. А если капли дорогие? Нифига у них там кони такие, тентакльные. У него еще и трепанация черепа сделана. Вон, я нашел целое видео! 10 самых странных продуктов из Японии. Шапан! Необычные товары из Японии. Человек, утирающий вам слезы. Вот вам нужно поплакаться, а у вас никого нет рядом. Нужно вызвать человека, который вытрет слезы. Господи. Выбирайте работников по анкетам. Что написано? Проверяем. Интеллигентные, симпатичные мальчики. Системный, крутой. Незаконный ребенок. Сладкий. Симпатичный. Приедет к вам на работу или домой и успокоит вас всего за $60. Загуглим, что можно купить на $60. В Узбекистане рекомендуется торговаться. Цену можно снизить минимум на 30%. Ну вот в Узбекистане водка столичная. 371 рубль. А мужика в Японии вызвать за $60. 4252? Может лучше 371? Да, конечно, дороже, но здесь-то зато с интеллигенцией посидите. Со мной тоже интеллигентно посидим. У диктора голос уже дрожит, послушайте. Only in Japan? In Japan? Консервированный хлеб в банке. Правда, мне кажется, нас здесь как-то обманывают. Здесь же прям написано «Новый английский». Это же англоязычный хлеб. А вот японские варианты. Со вкусами клубники, шоколада, зеленого чая, молочный вкус. Что пишут? 5-10. 5-10 чего? 5-10. 105! 5 лет хранится. 5. 10 банок. 4... А, какая сложная математика! Семени! Всего 4 семени хватает аж на 10 банок. Жидкий хлеб в бутылке уже был. Вот, Dunkles Weizen на немецком. Жидкий хлеб. Ого, тут вчера прихожу домой. Там жена с любовником в кровати спит. Захожу на кухню за ножом, а там 2 бутылки водки на столе. Я, конечно, сюда нажму сразу. Я выпиваю одну... Полу вторую. Закуриваю. Хопа! А это же не моя квартира! Вот японский Болонья. Оригинальный. Датский. Ну ладно, ладно, дэниш это выпечка. 6 банок. Стандартный вкус. Шоколадный. За $87. Это дешевле заказать эти парни, который. Больше 1000 за банку. А вон у них еще котлеты наши продаются с Камчатки. Но без кофеина. Стоит ли такие брать вообще? Вам также могут понравиться. Фотки рыбного масла, сделанные на полароид. Всего 880 рублей. Артхаус. А зачем мне это говно? Далее какие-то суши сакс. Суши носки какие-то. Здесь нам рассказывают, что в Японии японцы берут эти скучные носки. Вот у вас есть ящик с носками, да? Превратите их в миленькие роллы. Миленькие роллы. Но если вы плохо складываете, если вы не оригами мастер, то все равно все смешается. Ну, в общем, просто цветные носки. У Бима тоже носки есть. Белые. Свое личное облачко. Хранилище. Для данных Synology 220. Свое. Можно было не посмотреть. Конечно, гигантское. То есть здесь стоят жесткие диски. Там гигантские файлы. С ними можно работать прямо сразу в видеомонтаже. Здесь все мои мега операционка. Платно даю. Эти прям. Куча своих приложений. Далее спрей, который делает тебя крутым. Ух ты. Кул. Охлаждающий. В Японии говорит жарко. Особенно в этих их общагах. Видела, кстати. Нифига себе, у них там такие общаги. Подождите, мне кажется, здесь какая-то... Из-за того, что в Японии ужасная жара летом, вот, там просто куча всяких штук, я про них целый видос смотрела. Та ошибка. А, так она всего там одна. Сакурасо. А, ну вон, да. Такие же капсулы. И то там дорого, пишут. Нужен свой порошок. Порошок.
Ну не скажу, что прям уж смешно так. Ну-ну, и что же охлаждающий спрей? Так, что написано? Супермятный. Супергонорея. Что? Среднее охлаждение. Мне так нравится это. Комары будут на одежде. Смотрим Кандал. Далее. Блокиратор туалетных звуков. Бобы. Но не бойтесь, что вас услышат в туалете. Да мы с Бимом как-то и не боимся. На помощь к вам приходит Hello Kitty. До 27 секунд звука водопада. А звук водопада прям как-то отличается или что? Далее. Чехол для банана. У банана есть своя кожура. Но ведь все же понимают, что ее недостаточно. Для нужд. Любых японских. Загуглим. Чехол для яблока есть. А у них бананы давятся в рюкзаках школьников. Плюс, видимо, нужная вещь для лоликонщиков, которых уже обломали. Странные ароматные масла. Масла с запахом школьной урины. О, Господи. Масла с запахом школьных подмышек. Дай мне сил. $19. $19. Мы можем эти масла и дешевле давануть. Но это вроде как смешно. Послушайте диктора. Там на фоне. Art selling to someone. Art selling to someone. Далее про живых жуков. О, подождите, мне надо отойти. Фу, какая гадость. Не, ребят, это я перематываю. Там еще про то, как они едят этих жареных насекомых. Это что-то фу. Далее. Печатка со смайликами. Вы так же любите смайлики, как и... Ну, кто-то. Более 2000 комбинаций. Ну, у нас в детстве были вот такие печатки. Да. Типа фломастеры. Вот пишет, что, дескать, 7 шестеренок, ты их прокручиваешь. На каждого из них 20 символов разных. И, соответственно, получаешь одну из этих вот кавайных комбинаций. Ну, исследователь уха. Идея просто королевская. Естественно, это ж моя идея. Так, здесь пьют суп из трубочки. Ну не сказать, чтобы это странно, у японцев узкие рты. А никого не смущают цветочные горшки? Или это тарелки? Нет, ну ладно, я могу допустить, что это такие тарелки, но они больше похожи на цветочные горшки какие-то. Черпак в рот не пролезает. Как еще пить-то? Давайте далее. Какая-то кошачья маска. Так, что написано, смотрим. Смартфоном переводим надписи. Маленькое лицо. Хотите все испортить? Спотеете в ней. А, она подтягивает подбородок. Будет как у Бима мощный подбородок. Самые странные вещи, что можно купить в Японии. Нет, подушка словарь. Говорят, в Японии спать на работе даже поощряется? Не, я просто не знал, может и правда. Спать можно, только осторожно. Даже умышленно. Вот в Японии подушка словарь. Причем здесь словарь? Вот словарь. А, беспалевность. Я сплю, нет. Японские ужасы какие-то. Потомственный японец рекомендует. Вот на ней, значит, спят. Что-то опять на китайском смотрим. Подушечка. Китайская. Во время работы яд. Покончу с этим. Жуть какая. Ну что ж, дорогие зрители. Я надеюсь, вам понравилось это видео про необычные японские товары. Мы стали образованнее. Эрудированнее. Практически полиглоты теперь. Спасибо вам за внимание. За просмотр. Здоровья вам. Добра, любви и процветания. До свидания. Ну что, ребят, спасибо огромное за просмотр. Был формат для меня немного неожиданный на самом деле. То есть раньше это был как бы полноценный ролик, а тут отрывками и с котиком из Лего. С котиком из Лего. Я, может быть, давно Юрия не смотрела, потому что я давно не смотрела. Вот, но новый формат такой достаточно необычный, прикольный, с такими небольшими передышками и котиками. Я не знаю, я бы, наверное, смотрела... Я бы записала с удовольствием реакцию на то, как чел просто 10 минут гладит своего котика. Если котик, конечно, не против. Или собаку. Да кого угодно в целом. Потому что я, например, когда в рилсах в инсте... У меня все рилсы в инсте почему заполнены всякими хомяками, крысками, которые постоянно чилят как-то, их подходят и гладят. И я пересматриваю эти ролики по 1 585 000 раз. Да, короче, спасибо огромное за просмотр, Юрий, за профессионал, огромнейшее спасибо за видос. Было много товаров... странных, необычных, отвратительных, просто мерзких максимально. Как по мне, просто... Аж корёбят от этого. А были товары, которые я знаю, и в целом они довольно адекватные.
да, как, например, освежающий спрей. Типа из-за экстракта мяты он вроде как, попадая на кожу, короче, кожа становится более чувствительной, и холодок, короче, прохладнее тебе становится, или что-то такое. Вот, но мне кажется, перчатки, не перчатки, нарукавники, которые у них продаются, с охлаждающим эффектом, мне кажется, они эффективнее. Но их, наверное, ну, типа, не очень удобно носить, кому-то, может, с эстетической точки зрения не очень нравится. Вот, но после того, как я посмотрела про эти нарукавники, я стала замечать их в аниме, поэтому такая... А, окей, хорошо, я поняла, такие используются. Ладно, все, спасибо огромное за просмотр. Напишите, какие странные товары из Японии знаете вы, вот, какие для вас здесь показались наиболее странными. Вот, и все. Пока-пока-пока.